Летние кассовые сборы в Поднебесной превысили $1,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственным кинематографическим управлением КНР. За лето в кинозалах страны побывало 285 миллионов зрителей. Первое место по кассовым сборам заняла китайская комедия «Преемник». Она заработала почти $460 миллионов. Далее следует криминальный боевик «Место под названием Тишина» и американский научно-фантастический триллер «Чужой Ромул». На четвертом и пятом местах также фильмы Китая и США, семейная драма «Моменты, которые мы разделили» и боевик «Дэдпул и Росомаха». Всего за лето зрители в Поднебесной увидели более 100 картин различных жанров.